Слава Иисусу. Хорошо. Хорошее время нам пребывать в Слове Божьем, пребывать в Его учении. И сегодня можете записать такую тему. У нас тема «Основание и ограда церкви». Да? Какое основание церкви? Да? На чем строится церковь? Да? И основание и ограда церкви. Я поделюсь своим откровением, которое Бог мне дал, да, когда мы при открытии церкви, да, Бог дает слово, и Он дает слово, и дает направление, дает водительство, и как строить церковь. На чем она строится, да, и вот нам нужно водительство Божье, потому что без Божьего водительства нам тяжело, ну, я скажу вам, невозможно делать Божью работу. Попытаться можно, да, и можно как бы там что-то имитировать, можно что-то делать, да, но в конце концов ты устанешь, и... как говорится, не принесет это никакого результата, да, и, но важно нам иметь слово, стоять на слове и утверждать слово Божье. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Да. Аллилуйя. Основание и ограда церкви. Запишите. Да. Аллилуйя. Давайте мы откроем Исаия. Так, Петр Петрович, не суетитесь. Давайте вот, вот есть здесь, вот сюда, вот, 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 вот там. Здесь. Да. Внизу. Сейчас, аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Исаия 54 глава. И мы продолжаем, когда Бог дает слово, да, и Он дает свое водительство. И когда вот, в моей жизни пришел кризис, да, и глубокий поиск Бога, и Бог начал показывать и давать откровения. Когда я ехал с Чернигова в Нежин, и прямо как бы вот именно в поезде я молился, и Бог мне дает слово. И Исаия 54 глава и 49, да. И эти главы, которые я хорошо знаю, Бог давал их на служение, да. Но вот Он показал и обратил мое внимание, да, на эти стихи. И здесь Исаия 54 глава. Да. Давайте с первого стиха. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, неже у имеющей мужа. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих,
Не стесняйся, пусти длинные ветви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и наследие и населит опустошенные города. Не бойся, и не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ибо ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь больше вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саов, имя его, Искупитель твой, Святой Яковлев, Богом земли наречется он. И Бог, да, вот он обращает внимание, да, и дает слово, что возвеселись, неплодно, не рожай, возвеселись, да, и распространи ветви жада, не бойся, и не будешь постыжена, ибо я твой супруг и твой Господь. Шестой стих. «И как жену оставленную, скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, и как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, как поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». И вот эти стихи, особенно Бог, на которые обратил внимание, 10 стих, «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Говорит, горы сдвинутся, холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя, говорит милующий тебя Господь. И здесь уже Бог дает, показывает ответы. «Бедная, бросаемая бурею безутешно, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основания твои из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и все ограда твоя из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. И ты утвердишься правдой, и будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня, и кто бы ни вооружался против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела. Я твою губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Ибо это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». И Бог дал это слово и обратил внимание вот на эти вещи. Да, и горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И вот то, что нереально, вот горы, чтобы как бы сдвигались, холмы колебались, да, это, но даже если горы сдвинутся и холмы поколеблются, то милость моя не отступит от тебя. И здесь бедная, бросаемая бурей безутешная. И почему бедная, бросаемая бурей, да? И вот когда вот кризис, да, и кризис, и Бог дает это слово не просто как бы мне, дает слово как церкви. Дает на церковь. Здесь Бог говорит как бы о своей церкви, о невесте. И вот бедная, бросаемая бурей безутешная. Почему бедная? Почему бросаемая бурей безутешная? Почему кризис? Почему моменты? Потому что основание не то. Основание не то. И вот он говорит, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основания твои из сапфира. И важный момент, и Бог показывает конкретно
основание церкви, чтобы церковь была как бы не бедная, не бросаемая буря, не безутешная, а чтобы церковь была конкретно сильная, нужно быть основание. И рубин, и мы читаем камни, там рубины, сапфиры, да, как бы, да, но Бог начинает показывать и расшифровывать конкретно эти прямо откровения. Бедная, бросаемая буря, вот я положу камни твои на рубине. И камень и рубин, вот в первосвященника был ефуды были конкретно камни, 12 камней по числу колен Израилева. И первый камень это был рубин по числу ну, как, колена Рувимова. Да, и Рувим, да, оно переводится, да, как вот перевод, смотри на сына, смотри на сына. И рубин, он символизирует жертву Христа и кровь Христа и Иисуса Христа. Вот, рубин, да, первенец, смотри на сына, да, и вот кровь Христа. Что я, чтобы ты была конкретно, не была в посрамлении, не была в поругании, да, чтобы ты была сильная, благословенная церковь, да, надо основание, чтобы был Христос, да, и основание, да, основание это Христос, краеугольный камень, это Его завершенная работа, Его совершенная работа, Его совершенная жертва на Христе. И церковь – это та институция, которая являет Христа. И церковь, она должна проповедовать и открывать Христа, который живет внутри нас. И основание – это Христос, живущий в нас. Он не где-то далеко, не просто рядом, Он в нас – Святым Духом, и Он совершил завершенную работу. Он нету того, чего Он не доделал. И мы, вы можете взять наши проповеди на нашем канале, и мы выстраиваем как бы, наши учения на основании жертвы Христа, совершенной Его работы, крови Христа. И это то, о чем должна проповедовать церковь и учить церковь. О том, что церковь строится на Христе, и учение конкретно, это Его завершенная работа, совершенная работа Христа на кресте, где Он забрал все грехи, проклятия, болезни. Он все сделал. Нету ничего, чтобы не доделано. Он сделал совершенную работу. И мы, как церковь, мы входим в эту завершенную работу Христа, входим в нее. Мы входим в завершенную работу Божью посредством Его Слова. И церковь, она обязана учить конкретно о Христе, о Его завершенной работе. Где Христос? Христос внутри нас. Он не где-то далеко, не где-то просто как бы в церкви, не где-то отдельно в каком-то помазаннике. Да, Христос внутри тебя. Вот посмотри сейчас конкретно на своего ближнего, да, и вот говори, скажи, Христос внутри тебя. Христос внутри тебя. Христос. Вот положи на себя руку, Христос внутри меня, совершенный Бог, Он внутри меня. И когда мы принимаем Христа в свое сердце, мы рождаемся свыше, мы приобретаем Его благословение, Его качество, да, Его вот есть. Родовое проклятие, есть родовое благословение. Мы приобретаем это благословение Божье. Мы приобретаем его иммунитет. Мы приобретаем его суть, его сущность, да, его гены. Генетика Христа, она живет во мне. Потому что мой Отец, да, мой Иисус, да, Он во мне. И как я вижу Отца? Говорит, кто видел меня, видел и Отца. Когда мы смотрим на Христа, смотрим на Иисуса, да, вначале было Слово, Иоанна, первая глава, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вначале было Слово. Вначале было Слово. Вначале Слово было у Бога, и Слово было Бог. И здесь говорится о Христе. И оно
было в начале, и все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И мы видим, да, во Христе Его победу, Его силу, Его славу, Его благодать. Да, и мы видим конкретно то, что Христос совершил. И церковь – это не просто конкретно здание, не просто свечки, не просто какое-то там непонятное учение. Это четкое учение о Христе Иисусе. И учение конкретно о Нем. И если мы внимательно читаем Библию, да, то весь Старый Завет красной нитью конкретно это как бы пророчество о Христе. И мы видим как бы как пророчество о Христе. И уже Новый Завет – это уже явление Христа и Его славы. И Его весь земной путь – и то, что Он совершил на кресте. И это была воля Божья, чтобы забрать все твои грехи, все твои проклятия, все твои болезни на крест и даровать тебе жизнь вечную. Жизнь вечную. И это не сказка. Это твоя жизнь. И мы приобретаем жизнь вечную во Христе Иисусе. Жизнь вечную во Христе Иисусе. Жизнь во Христе. Жизнь во Христе. Сделаю камни на рубине, да, и мы как живые камни, да, и апостол Павел говорит, мы как живые камни, да, и мы, из которых выстраивается стройно здание, да, церковь Божья, но эти камни, они на Христе. На основание это Христос, да, это Он. Камни на Христе. И вы знаете, такое свойство рубина. Рубин, он используется в лазере. И вот рубин – это тот камень, который поглощает свет со всех сторон. А выпускает его как бы с двух сторон, он фокусирует, да, вот лазер как бы делает такой фокус. И вот нам как бы, да, вот как вот камень и рубин, да, и у Бога нету ничего случайного, да. И вот почему как бы рубин, да, это как фокус, как лазер, да, как когда мы принимаем и фокусируемся на Христе, фокусируемся на Его завершенной работе. Мы как вот, как он как скальпель, а как Слово Божье, которое проникает до разделения духа, души, состава ума и судит помышления сердечные. Слово живое, которое мы имеем внутри себя. Это не просто конкретно, да, слово обо всем, да. Это вот то, что мы фокусируемся на нем, на Христе. И, да, вот именно. И вторая часть, мы фокусируемся на Духе Святом, да. И Дух Святой. Это символизирует камень сапфир. И положу твои камни на рубине и сделаю основания твои из сапфиров. И основание из сапфиров. И камень сапфир, как бы, да, он голубой камень, да, который символизирует Дух Святой. И церковь строит Дух Святой. Дух Святой, Он строит церковь. И Дух Святой, Он участвовал во всей земном служении Иисуса Христа. Он Его крестил, Он Его вел, Он Его родил, да? Он как бы по плоти был зачат Иисус Духом Святым. И по плоти Дух Святой является Отцом Христа. Да? И Он Его повел на крест. Он дал ему пройти все трудности и испытания. Он его ввел конкретно по всему земному служению. Да? И Иисус, он говорит своим ученикам, когда Иоанна 14 глава, и он говорит, да, что я вам дам другого утешителя. Давайте с 15-го. Иоанна 14 глава, с 15 стиха. «Если любите меня, соблюдаете заповеди мои,
И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Скажи, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет. Он говорит, с вами пребывает. Вот Дух Святой, вот, в моем лице он с вами пребывает. Но у вас будет, и в день Пятидесятницы, мы знаем, сошел Дух Святой на церковь конкретно, и ученики, которые разбежались, когда арестовали Христа, да, там и Петр отрекся, да, и все разбежались, и у Христа были только женщины, мать Мария, да, Мария Магдалина, да, там другие женщины, и Иоанна, все разбежались. И те ученики, которые были в страхе, да, когда сошел Дух Святой, они начали конкретно Божью работу, они начали свидетельствовать, они начали обличать, они начали утверждать славу Божью. И Дух Святой – это личность, которая на этой земле, третья личность Божества, которая конкретно открывает нам и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, который строит церковь. И мы строим основание. Это Иисус Христос, Его завершенная работа и водительство Святого Духа. Да? И если мы взываем Духом Ава Отче, да? Римляна 8 глава, да? И Духом Божьим Ава Отче, Отец, Папочка, Папочка, да, и Дух Святой, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, да, 1 Коринфянам 12 глава. И вот Дух Святой, который нас подводит ко Христу, который нам, нас открывает нам Христа, который мы вот Духом Святым, мы принимаем Христа, да, и познаем Христа тоже Духом Святым. И имеем конкретно власть и силу во Святом Духе. И как два крыла, да, это Иисус, Слово Божье, живое, истинное Слово, да, и Святой Дух, которое Словом Божьим, оно оживленное, которое переваренное. Мы получаем Слово, да, мы опускаем его в сердце, растворяем его верой и высвобождаем. И слово, оно должно пройти определенный путь внутри тебя. Оно должно как бы совершить какую-то работу внутри тебя в первую очередь. И когда оно совершает работу внутри тебя, оно совершает работу и вокруг тебя. И есть три этапа. Это подвести ко Христу, да, слово, которое оно подводит, да. Это второй этап, когда работает в тебе, да, и вот ты уже принимаешь, ты принимаешь Слово, принимаешь Христа, оно работает в тебе, вот работает Святой Дух, и уже через тебя, третий этап, это когда через тебя, и через тебя, да, и положу твои, и я положу камни твои на рубине и сделаю положу камни твои на рубине и сделаю основания твои из сапфиров. И основания из сапфиров — это Дух Святой, это водительство Святого Духа. Дух Святой, который созидает и строит церковь. Да, и мы как живые камни, да, которые как живые камни. И Дух Святой, он строитель церкви.
Аллилуйя. Давайте мы еще откроем. Положу камни твои на рубине и сделаю основание твоих из сапфиров. Следующий стих, 12 стих, 54 главы. И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин. Окна твои из рубинов, да? И вот мы видим окно, да? И мы когда вот находимся в доме, у нас есть окна. И когда мы смотрим конкретно через окно, мы видим, кто там ходит. И вот окно твое из рубинов. И когда ты смотришь конкретно на этот мир, на других людей через кровь Христа, ты смотришь через его совершенную работу, завершенную работу, через его совершенную жертву, ты смотришь конкретно на этот мир, да, и тебя оттуда тоже видят. И Отец нас видит как бы через кровь Христа. Он нас видит, и мы начинаем смотреть на людей глазами Бога. И нас, когда наши окна, они из рубинов, да, и смотреть через Христа, через его учение, через его завершенную работу, мы смотрим на этот мир, смотрим конкретно на других людей через окна из рубинов, другими словами, через его учение, смотрим конкретно его глазами, через кровь Христа и видим. И каждый из нас – это люди, примившие Христа, да, Христос живет внутри тебя. Ты драгоценный, ты его церковь. Да, у нас есть еще множество недостатков, есть каких-то множество каких-то есть моментов слабостей, да, но в нас живет Бог, и когда мы подчиняем себя Богу, когда мы подчиняем себя Его учению, мы преображаемся в образ Христа. И как мы пели сегодня песню, Дух Святой преображает нас в образ Христа, в образ Христа. И церковь, и учение церкви, да, и Бог показал, как бы, чтобы церковь, она была победоносная, чтобы конкретно она была не бесплодная, чтобы она была рождающая, чтобы она распространяла свои шатры. У нее должно быть правильное основание. Это Иисус Христос и его завершенная работа. Совершенная работа, совершенная жертва на Христе. И это водительство Святого Духа. В Духе Святом. В Духе Святом. И это Дух Святой, который строит церковь, и мы выстраиваем отношения Дух Святой, который открывает нам Иисуса Христа. И это помазание на познание Христа, да, дает нам Святой Дух. Да, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И никто не произнесет анафемы на Иисуса, да, говорящий Духом Божиим. Да. И вот, чтобы знать поистине, когда нам надо быть во Святом Духе, да, и окна наши из рубинов, и пребывая в нем, мы смотрим на людей, смотрим на этот мир глазами Бога, да, глазами Христа. И церковь, учение церкви – это о Христе, о его завершенной работе и о Духе Святом, который строит и созидает церковь. «И ворота твои из жемчужин, и вся ограда твоя из драгоценных камней, и ворота твои из жемчужин». Да? И мы знаем такую притчу, да? Еще подобно Матфея 13 глава, 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, чтобы, что имеет, и покупает поле то». Вот он, человек, нашел поле, да, и вот как бы жемчужина, и он думает, все продает, да, чтобы приобрести это поле, на которое жемчужина, да. «И еще подобно Царство Небесное купцу, имеющему хороших жемчужин». «Еще подобно Царство Божье Небесное купцу, имеющему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все,
что имел и купил ее, да, имея, конкретно имел, который купец, да, имел какие-то жемчужины, имел какие-то жемчужины знания, какие-то там моменты, вот, имел какие-то жемчужины, все продал, да, потому что нашел драгоценную жемчужину, драгоценную жемчужину. И апостол Павел говорит, да, Филиппийцам, 3 глава, 8 стих, «Да все почитаю щитою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». И апостол Павел, он был... Он воспитывался у ног Гамалиила, был фарисеем из фарисеев. Ну, как бы это был, другими словами, профессор того времени. Он был очень, как бы, набожный и очень ученый человек. И он имел авторитет среди иудеев. И когда он встретился со Христом, его жизнь кардинально изменилась. Он гнал церковь, но его встреча со Христом поменяла его жизнь, поменяла направление. И когда он начал... открывать Христа в себе. Он говорит, все почитаю читой. Все, что я знал до этого, все, что я имел до этого, все это ничего, как бы, в моих глазах не имеет ценного. Ценное – это Он. Это познание Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И если мы, как бы, читаем в оригинале, то все почитаю там за экскременты, да. Ну, я не буду, как бы, уже приукрашивать эти слова, как бы, какими-то там, это, но вы поняли. Все почитаю за ссор, за экскременты перед познанием Христа, да, чтобы приобрести Христа, да. И вот Иисус говорит вот эту вот именно притчу, да, о жемчужине, да. И вот... ворота сделаю из жемчужин. Другими словами, вход в церковь – это жемчужина, это Иисус. Он есть в дверь, Он есть вход. Это вот учение о Христе. Да, и мы там в Откровении, да, с первой там читаем, как бы, да, ворота из жемчужин, и, как бы, там 12 ворот из жемчужин, да, и каждая, она и цельная, цельное учение о Христе, цельная жемчужина. Жемчужина, да, это Иисус, да, и всякое учение, которое конкретно не проповедует Христа распятого, воскресшего, пришедшего во плоти, да, которое всякое учение, да, ну, мы видим в церкви, может быть, много разных течений и учений. Да, кто-то может поклоняться мощам, кто-то еще чем-то, да, кто-то, как бы, поклоняется, ну, там, учение о процветании, учение там, как бы, ну, может, о жертвах, еще о чем-нибудь конкретно. Но глава всего конкретно – это Христос. И не просто конкретно, да, мы не входим через окна, мы входим через двери. И двери – это Его завершенная работа, Его совершенная жертва. Он, Христос, Его учение, Его Слово, которое ставится на первое место. Да? И ворота из жемчужин. Давайте вернемся в Исаия 54 главу. И ограда из драгоценных камней. И вот эти вот именно три стиха, они взорвали конкретно мое мышление. И это не просто о каких-то камнях. И ограда из драгоценных камней, это как вот Бог начал показывать. Это ограда из драгоценных камней. Ты являешься как драгоценный камень. И это дары в церкви. Дары в церкви – это ограда из драгоценных камней. И мы знаем, когда кто разрушит ограду, да, того ужалит змей. Да? И церковь, она строится не просто конкретно на одном пастыре, на каком-то служителе, она строится на дарах.
на дарах, и каждый есть дар, и каждый дар, и когда вот именно дары, они собраны, это как ограда, ограда конкретно церкви, ограда из драгоценных камней, и Дух Святой здесь показал, да, что мы как церковь, мы должны учить конкретно о дарах, чтобы каждый человек в церкви нашел свое место и свой дар. Когда человек находит свой дар в церкви, его не надо толкать, его не надо конкретно, это, он в своем даре, он наслаждается, он счастливый, он получает удовольствие, он служит в своем даре. И дары дает Дух Святой. Не пастырь раздает дары. Вот делаешь что. Пастырь может помочь тебе открыть твой дар. И задача как бы служителей, задача конкретно, да, пастырей, это открыть дар внутри человека, помочь открыть дар. И мы, как вот такой божественный треугольник, учение проповедуем о Христе, о Его завершенной работе, о Его совершенной жертве. Это учение Христос, которое вдохновлено Духом Святым. И мы учим о Духе Святом, что Дух Святой – это Личность. Он строитель Церкви. Он открывает нам и Отца, и Сына. Что Дух Святой, который действует в дарах и дает дары конкретно, да, каждому человеку. И мы учим о дарах, что каждый человек – да, он одарован. Нету в церкви неодарованных людей. Каждый человек в церкви имеет свой дар. У тебя есть свой дар в церкви. И вот у каждого человека есть свой дар. Свой дар. И ты одарован. И как минимум, да, вот хотя бы один дар есть. И мы как эта притча, да, когда одному дал один талант, когда царь ушел на войну, собрал своих подданных, одному дал один талант, другому два таланта, третьему пять талантов, да, это в одном Евангелии, в другом просто он как бы дал их 10 талантов, и когда он вернулся, он спросил отчет, и тому, кому дал 5 талантов, он их умножил, сделал с них 10 талантов, кому 2 таланта, тот умножил, сделал с них, умножил свои таланты. Кому дал один талант, он его что делал? Закопал. И говорит, что же ты ничего не сделал? Говорит, вот на тебе твое. Он его как бы просто, он его не где-то потратил. А он закопал. Говорит, на тебе твое. Потому что я знаю, ты злой. Там, где берешь, там, где не ложил, там собираешь, там, где не сеял, знаешь, вот такое представление, да, и вот как бы вот представление о Боге, что Бог злой, что Бог конкретно, да, тут как бы, ну, мы тут трудимся, а Он там как бы непонятно чем занят, как бы там ничего там не делает, и мы как бы только мы живем, как бы, знаешь, вот мы как бы, знаешь, вот Бог, и Он бросьте во тьму внешнюю этого раба, который вот именно закопал эти таланты, который имеет, не имеет понимания, да, о своем царе, да, и вот мы должны иметь понимание, кто у нас Бог, что наш Бог добрый, Он благословенный, и Он нам дает таланты для того, чтобы мы конкретно были счастливы, чтобы мы умножали эти таланты, чтобы мы и в этих талантах, умножая эти таланты, мы становимся благословенными, счастливыми, мы служим для Царства Божьего, мы распространяем это Царство, и вы заметили, и если вы внимательные, да, вы заметите. И у нас на нашем канале сохраняются наши проповеди, и мы закладываем учение о Христе, закладываем учение конкретно о крови Христа, о Его завершенной работе, о Его совершенной жертве. Мы закладываем учение о Духе Святом, что Дух Святой – это Личность, это Дух Святой, который строит Церковь, да, и без Духа Святого ничего не может быть и происходить, да, и мы только в Духе Святом мы утверждаем и совершаем работу Божью. И как те ученики, которые как бы были со Христом, ходили с Ним, но когда пришли трудности и не было в них Святого Духа, они разбежались. Но когда пришел Дух Святой, и Он был в них,
они стали дерзновенно проповедовать Евангелие. Да, и он говорит, и не надо будет надобности, чтобы кто-то учил вас, сам Дух Святой будет учить и напомнит вам все. И вот Дух Святой, который напоминает нам, и мы проповедуем учение об Духе Святом, да, и учение о дарах, и мы учим о дарах. О дарах, и мы проходили, да, о дарах Святого Духа, о дарах служения, и мы будем конкретно дальше говорить еще о мотивационных дарах, да, и мы говорим о дарах, чтобы каждый нашел свой дар в теле Христовом. И когда ты находишь свой дар, когда ты знаешь, в каком ты даре, да, и это не просто там, да, дары, они даны от Бога, чтобы ты конкретно состоялся в нем, чтобы ты не просто ты там как бы там работал на кого-то, а ты был счастливым, потому что это твое призвание, предназначение, да, быть в Боге. И когда ты находишь его, когда ты служишь в дарах, и дары различные, да, есть дары исцеления, чудотворения, и это нормально, и как бы... Мы сейчас закончили, да, на домашней группе книгу Евангелия от Марка, да, и 16 глава, там говорится, да, верующих же верующих, верующих, скажи, да, верующих будут сопровождать сии знамения, не просто апостолов, пастырей, там кого-то еще, верующих же, верующих. Будут сопровождать сии знамения верующих. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения именем моим. Будут изгонять бесов. И уверовавших сопровождать знамения будут. Да? Знаешь, и вот здесь... И давайте мы с 15 стиха. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». И здесь как бы Бог дает повеление церкви. «Идите и проповедуйте Евангелие». Не сидите, идите, проповедуйте Евангелие. И Евангелие проповедуйте славу Божью, Слово Божье. Уверовавших же, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать... Кто не будет веровать, осужден будет. Да? И вот наша цель, задача говорить, будут те и будут те. Но это их не выбор, и они уже сами себя осудили, которые не веровали. А написано, уверовавших же, вот кто будет веровать. Да, и вот о чем мне веровать? Смотри, я говорю, ты будешь веровать, и у тебя... Вот уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будете говорить новыми языками. Другими словами, Бог дает нам власть. Власть над в духовным миром. Что бесов и демонов вы будете изгонять. Будете говорить новыми языками. Да, мы вот знамения, да, дар языков, да, новыми языками. Языками, как бы, да, ангельскими, да, и мы как бы знаем, что есть, как бы, ну, кто говорит, духовно говорит, назидание, да, и мы говорили, как бы, да, о языках тоже, будут говорить новыми языками, да, именем моим, будете изгонять бесов, будете говорить новыми языками, будете брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Другими словами, у тебя есть власть и сила, здесь не просто, как бы, говорит, то, что это смертоносное, да, у тебя есть власть, да, и не повредит, да, и возложат руки на больных, и что? Будут здоровы, будут здоровы. И христианство, Евангелие – это сверхъестественная вера, которая действует и совершает работу Божью, и будут здоровы. И когда мы... во Христе, во Святом Духе мы молимся за людей, видим как бы чудеса исцеления, освобождения, да. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И они шли, проповедуя везде,
при Господнем содействии подкрепление слова последующими знамениями. При Господнем содействии. Бог, Он сел в физическом теле на небесах, но в духовном теле Он здесь с нами. И вместе с нами, внутри нас, при Его содействии конкретно, да, мы видим конкретно, да, проповедуем при Его содействии. И церковь, да, это Бог создал свою церковь, которую не одолеют врата ада. Я, говорит, создам церковь мою, которую не одолеют врата ада. И ограда в церкви, это дары Святого Духа, дары Божьи, да, дары Христа, дары служения, дары, которые Он дал нам, дары. И каждый одаренный, и у тебя есть Божий дар, которым ты будешь служить и созидать тело Христово. Скажи, созидать тело Христово. И мы служим, как бы, да, в дарах и созидаем тело Христово. Да, и, как говорится, Ефесянам, да, в 4 главе, дабы мы не были более младенцами, колеблющими и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, 14 стиха. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей. И вот каждый из нас конкретно это какая-то взаимоскрепляющая связь. И когда вот именно тело конкретно, оно здоровое, живое, есть как бы, да, вот, мышцы, есть связки, да, когда порвана какая-то связка или какой-то там сосуд, да, как бы тело, оно не получает как бы питания, и вот как бы почему там рука может не двигаться, и вот мы должны как вот свою связку, да, как следить за своей связкой и быть вплетенными, да, да, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, да, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру, скажи, в свою меру, в свою меру, у тебя есть своя мера, не мера какая-то больше, при действии в свою меру каждого члена, не отдельно взятых членов, не просто как бы служителей, пастырей, да, а каждого члена. Но по статистике я вам скажу, что 20% в церкви людей только служат, а 80% они просто ходят. И вот важный момент конкретно, не быть просто ходоками, да, вот, прихожанами, да, вот, при чем-то ходить, да, а быть частью тела, да, быть из которого все тело составляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. И чтобы любовь была в церкви, любовь – это совокупность совершенства. И ты, вот совокупность таких даров, как бы наших даров, и оно есть проявление любви Божьей для этой земли. И тогда церковь конкретно, она может делать серьезную большую работу на этой земле, да, посредством в меру каждого члена, да, и вот есть своя мера, и когда мы вот каждый находит себя в даре, и каждый начинает служить, да, да, то мы начинаем как бы расти, в любви. И мы тогда начинаем транслировать эту любовь. Мы можем делать больше каких-то добрых дел, благотворительности, каких-то вещей, школы, достигать, да, распространять Евангелие через интернет, входить в новые города, да, открывать новые домашние группы, церкви, да. И мы растем, созидаем как бы наше тело, да, и
Почему мы и мы учим, как бы, да, и у нас, как Бог показал нам, как бы, вот в этих в Исаии, в 54 главе, строительство, да, на чем мы строим, да, и учение. И вы заметите, что мы ни о чем, о другом мы, как бы, и не учим, и учить не будем. И мы учим, как бы, на вот это Христос, это Святой Дух, и это дары в церкви, да, которая ограда из драгоценных камней. Да, скажи, я ограда церкви. И змеи не ужалят, да, в церкви, да. И тогда, да, как вот результат, результат правильного основания. И ты уже тогда не бедная, не бросаемая буря, не безутешная, да, церковь. И все сыновья твои будут научены Господом. Скажи, все сыновья твои будут научены Господом. Да, и вот научены кем? Господом. Потому что сам Бог будет учить вас. Да, не просто пастырь дает направление. И мы в служении церкви, в дары они важны. Апостол, пророк, пастырь, евангелист, учитель, они важны конкретно для созидания тела Христова. Но учить будет Господь. Сам Бог будет учить вас Духом Святым. Сам Бог будет, и все сыновья твои будут научены Господом. И великий мир будет у сыновей твоих. Когда мир приходит, когда есть сильная церковь на правильном основании, с оградой и здоров, да, и мир будет у сыновей твоих. И ты утвердишься правдой. Как утвердишься правдой? На правильном основании, с Божьей оградой, да, из драгоценных камней. Ты утвердишься правдой и будешь далека от угнетения. Ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. И какие бы ни были ужасы, какие ни были бы страхи, да, да, в этом мире, да, то церковь, она ограждена, ограждена. Да, потому что у нее правильное основание, у нее правильные окна, у нее правильный вход, ворота, у нее правильная ограда из драгоценных камней. И ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, и он не приблизится к тебе. И вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. И кто бы ни вооружался против тебя, падет. Да? И кто бы вооружался против тебя, падет. Да? И какие бы ни были бы, ну, будут вооружаться, будут строить ковы, но ничего не получится, да. И 17 стих, и ни одно орудие, скажи, ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешным. Ни одно орудие, ни одно орудие. Когда у нас правильное основание, когда у нас правильное учение, когда у нас, как бы, мы двигаемся в дарах, да, не просто в дарах какого-то отдельно взятого человека, а каждый двигается в своем даре. И открывая дары, да, и потому что в церкви дары важны, дары вспоможения, дары служения, дары управления, да, и мы будем говорить о мотивационных дарах еще, дары веры, слова мудрости, знания, да, дары веры, знаешь, чудотворения, исцеления, да, и дары, они важны, и мы говорим об этих дарах, чтобы ты нашел себя в этом даре. И я говорю, чтобы мы имели понимание, на чем строится церковь, на чем строим, на чем строится наша церковь, как часть Вселенской церкви, поместная церковь, да, и на чем мы строим, что мы делаем, какое у нас основание, какое у нас учение, да, и вы можете проследить за нашими эфирами, как бы, о чем мы говорим, о чем мы учим, да, и мы должны конкретно, как бы, да, иметь, как бы, ну, стратегическое мышление, да, есть, да, мы стратегические планы, да, которые, как бы, наша стратегия — это небеса, да, мы стратегический план, как нам всем, мы все идем, как бы, на небо, да.
и есть тактические планы, которые как бы мы здесь там школы, да, через что, через домашние группы, да, через что мы как бы, да, вот именно делаем свое видение, да, вот как бы на каждом месте, да, и, но мы должны мыслить стратегически, потому что куда мы идем, какая наша цель, да, на чем мы строим, да, из чего мы строим. И мы должны это четко знать, понимать конкретно, чтобы нам была ясность, куда мы двигаемся, что мы идем и что мы делаем. И это очень как бы важный момент. И без того, чтобы открыть Иисуса Христа внутри себя, без того, чтобы конкретно быть водимым Святым Духом, мы не можем ничего сделать конкретно, как живая победоносная церковь. И когда мы молимся во Святом Духе. Мы связываем и разрушаем дела дьявола, и дела дьявола связываются и разрушаются. И мы видим свидетельство наших молитв, мы видим свидетельство славы Божьей. Но это не происходит все вот так вот за мной, потому что все времена и сроки не у Него. И терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Да? Евреям 10 глава. Да? Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. И каждому из нас мы должны иметь свое терпение, да, и в терпении совершать, исполнять волю Божью. Чтобы получить обещанное, надо не просто сидеть и получать обещанное, исполнять волю Божью. Да, и исполнять волю Божью, да. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. 10 глава, 36 стих Евреям. Чтобы получить обещанное. Да? И Бог нам обещал. Обещал конкретно. У нас есть обетование. Он сказал, не оставлю и не покину. Да? И обетование, которое дал нам Бог. Обетование Божье. Да? И давайте мы откроем еще 49 главу Исаия. Да, и это слово, которое вот тут мне дано, это вот вся глава там, но я как бы сейчас акцентирую на тех стихах, которые, да, так говорит Господь, да, во время благоприятное я услышал тебя. И это было время кризиса, это время было поиска Бога, каких-то серьезных вопросов, да, и он говорит, во время благоприятное. Я услышал тебя, и в день спасения твоего я помог тебе, и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народов, чтобы восстановить землю и чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. И сказать узникам, выходите тех, которые во тьме, покажитесь». И вот есть узники греха, узники лжеучений, какого-то рабства, да, и как бы выходите, и сказать узникам, выходите, и тех, кто во тьме, покажитесь, да, чтобы осветил свет Божьего Слова, живой истины, и они при дорогах будут пасти, и они будут пасти, да. Да, и вот как вот, знаете, вот когда есть стада, да, это как вот успех, да, как бы вот в этом как бы есть успех. При дорогах будут пасти. При дорогах это там, где есть снабжение, где как бы, да, вот есть ходят товары, не где-то там в глуши, как бы, при дорогах будут пасти. И по всем холмам будут пажити их, да, вот по всем холмам, да, как у вот церкви, это как вот та возвышенность, Сион, да, вот холмы, будут пажить их, да, и не будут терпеть голода и жажды. Не будут терпеть голода и жажды. И не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Да, и вот источникам вод будет милующий их будет вести. Кто милующий? Господь, Иисус, милующий их, будет вести их и приведет их к источникам вод. И наши источники воды, да, это престол благодати. Течет река откуда? От престола благодати. И вот Бог говорит, престол благодати, река любви от престола благодати.
и приведет их к источникам. Вот источник, да, это Иисус, это Его Слово, да, Ему говорит конкретно, сказал нам, чтобы мы на домашних группах, мы брали конкретно прямо книги и разбирали Его Слово, источники, вот, чтобы от престола благодати, да, вот есть престол суда, да, есть престол, а есть престол благодати, и благодать Иисуса Христа, и течет река любви от престола благодати, источники вод, это Его живое Слово, которым мы погружаемся, и которое мы проповедуем, которое мы разбираем, мы проникаем, укореняемся в Слове, и когда мы имеем откровение о Христе, как о завершенной Его работе, что Он живет внутри нас, нам Писание начинает оживать по-другому, истина, во Святом Духе. И мы начинаем видеть конкретно славу Божью в нашей жизни. И вот источники, вот, да, это Его живое Слово, которое есть конкретно Христос, которое нам дано, Его живое Слово, которое мы погружаемся, да, и дальше уже как результат, да, и все горы мои сделаю путем, и мои, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, а одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, веселись, земля, восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой. Вот положи на себя руку, скажи, утешил народ меня, свой народ, Господь меня, свой народ, и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, Сион это вот церковь, бросаемая буря, безутешная, да, Сион говорил, оставил меня Господь, Бог мой, забыл меня, и да, и как мы в трудностях, и думаем, что у нас Бог оставил и забыл, и, а Бог говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, я не забуду тебя. И есть обетование, говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое? И вот вы, матери, да, вы можете вот забыть вот свое дитя, которое родили, взять и вот забыть. И вот я вот... Всех, вот, кого вас знаю, матери, вы так переживаете за своих детей. И молитесь, и заботитесь, да. И забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, я не забуду. Я не забуду. Бог говорит, я не забуду. И... Секундочку, сейчас мы... Я не забуду тебя. И вот Бог дает нам обещание. Вот я начертал тебя на дланях моих, и стены твои всегда предо мною. И мы говорили, ограда из драгоценных камней, стены, да, дары, да, Божьи, да, вот стены, это говорится как вот о церкви, да, говорится, когда вот, ну, как бы, что это как церковь, как вот Сион, да, это церковь, Сион, это Иерусалим, Сион, на горе Сион, да, и как вот здесь идет прообраз как бы церкви, да, и стены мои всегда пред тобою, и стены из драгоценных камней. Да, не просто стены, как вот, это как небесный Иерусалим, а мы как вот церковь Божья, церковь Нового Завета. Я начертал тебя на дланях моих, и стены всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, и разорители, и опустошители уйдут от тебя. И скажи, разорители уйдут от меня. Возведи очи твои, посмотри вокруг, все они собираются и идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои,
И пустыни твои, разоренная земля твоя будет теперь слишком тесна для жителей, и поглощающие тебя удалятся от тебя. Народ Божий, это обетование от Бога, и земля твоя будет слишком тесна для жителей, да, и поглощающие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: тесно мне, место уступи мне, чтобы я смог жить. И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? Ибо я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возвратил их? Вот я оставалась одинокая, где же они были? Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племена. Кто поднимет руку? Народам. Бог. И знамя основное выставит племенам. Принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Вот. Драгоценно. Да? И вот мы переживаем, но когда мы стоим на обетовании, и когда мы имеем это обетование от Бога, вот принесут сыновей твоих на руках, дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Кто будет питать? Цари. Цари земные, не просто там кто-то, где-то. Цари будут питателями твоими, и царицы кормилицами твоими. Все лучшее, как бы, да, вот именно от народа будет, когда у тебя, драгоценная, народ Божий, и царицы питателями, да, лицом своим до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнай, что я Господь, надеющиеся на меня не постыдятся. Скажи, надеющиеся на Бога. И вот ты, это не постыдятся. Моя надежда на Бога. Мы не надеемся на человека. Мы не надеемся на оружие. Мы не надеемся на кого. Бог выставляет знамя народам и племенам. И когда Бог выставляет все, оно начинает созидаться. Тогда Бог начинает все делать. Да, и эти цари, они начинают все отдавать и там делать все. И будут питательницами и кормилицами твоими. Да, и надеющиеся на Господа не постыдятся. И на кого мы надеемся? И она началась война, и мы на кого надеемся? Мы надеемся на Бога, мы не надеемся на людей. И когда Чернигов был в окружении, у нас не было никакого ни ПВО вообще. Самолеты летали вот, по расписанию. С 12 до 2 и с 2 до 6 бомбили, да, вот летали по расписанию, но рука Божья она охраняла. Вот просто с какой-то Су-35, там такие современные самолеты, какой-то обычной иглы там как бы вот стреляли, сбивали там по два было со самолета там в день, там по три там сбивали там, да. И мы видим конкретно, да, как рука Божья, да, когда мы надеемся на Господа, и нам дальше надо продолжать надеяться на Него, надеяться на Господа. Нам надо строить правильное основание, да, быть в Слове Божьем, да, взращивать в дары, ходить вот именно в дарах Божьих, да, и надеемся на Господа, да, надеемся, исчезая на Господа, не постыдяться. И здесь, да, как бы вот, может ли быть отнята у сильного добыча, могут ли быть отняты, взяты у победителя в плен. Я говорю, и у нас как вот, много кто попал в плен, да, и вот и тут можем видеть как бы как вот физический плен, можем видеть как плен греха, плен беззакония, да, кто-то вот попал, и он живет там в плену, да, и он как бы, значит, могут ли быть отняты у сильного добыча, могут ли быть отняты, взяты у победителя в плен, и Бог говорит: да, так говорит Господь. Плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. Почему? Потому что я, сам Бог, буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Да, и вот Бог спасает, Он дает.
и притеснителей твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своей, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный Яковлев. Я Господь. Я Господь. Я Господь. И, дорогая церковь, я делюсь этим откровением с вами, да, и Бог дает нам обетование. Дает обетование и дает нам эту благодать и силу побеждать. Но важный момент, да, на чем мы сегодня фокусировали внимание, говорит, горы сдвинутся, холмы поколеблятся, но милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь. И здесь вот бедное бросаем, чтобы мы не были бедными, бросаемые бурей безутешными. И вот я положу основание. И Бог, Он ложит основания, сам Бог ложит эти основания. Положу твои основания, твои на рубине, и сделаю камни твои на рубине и основания и сапфиром. Да, и наше мы строим на Христе, мы надеемся на Него, на Святой Дух, да, и сделаю окна твои из рубинов. Да, мы смотрим на людей как бы через кровь Христа. Смотрим, и ворота твои из жемчужин, да, что откровение о Христе, да, жемчужина, как бы цельная жемчужина, да, это Христос, который, да, вот через что мы входим конкретно, да, в церковь, и ограда из драгоценных камней, и вся наша ограда из драгоценных камней, это дары в церкви, это дары, дары, которые влияют, и церковь, которая влияет на этот мир, влияет на эти территории, влияет на эту землю, да, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих, и ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, и тебе бояться нечего, скажи, нечего, бояться нечего. Вот, вот, говорит, будут вооружаться против тебя, но не от меня, но не от меня. И кто бы не вооружался против тебя, падет. И кто бы не будет вооружаться против нас, падет. И Бог, Он говорит, вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли свои и производит орудие свое для своего дела. Вот я творю губителя для истребления. Чтобы всякое зло, оно было истреблено, да, с этой земли. И ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. И это оправдание наше от Господа. И вот пусть эти вот две главы, можете вот целиком их читать, и это Бог говорит конкретно о своей церкви, говорит конкретно о своих детях, да, о своих возлюбленных, да, вот, и мы, как Церковь Божья, мы принимаем это откровение и строим на этом откровении, мы строим, как бы, и ограда церкви, да, это драгоценные камни, это дары Божьи, дары Святого Духа, которые Бог в каждом из нас, когда мы церковь, она строится на дарах, но основание это Христос, и это Святой Дух, которая как бы в церкви. И вот то, что мы должны знать, понимать, и что бы ни происходило, как бы, что бы ни было, как бы нас какие бы ситуации ни проходили, мы двигаемся в откровении, мы утверждаем слово о Христе, о Святом Духе, о дарах, и мы строим церковь, да, на основании Его слова, на откровении. И это тот элемент конкретно успеха и победы. И мы внутри должны как бы ожидание, это пророческое состояние, мы ожидаем славы Божьей. Мы имеем слово от Господа. Мы не просто конкретно, да, что-то где-то услышали, что-то где-то передали. Мы имеем слово от Господа. И мы имеем конкретно основание от Него. Да, и мы двигаемся в Нем. И нам нужно держаться этих истин. И что бы ни происходило, как бы ни было, как бы Бог ни подымал, какие бы ни были трудности, нам нужно держаться этих истин и двигаться в этих истинах. Да, и развиваться в этих истинах,
и на правильном основании, да, с правильной оградой, с правильными окнами, да, с правильными воротами, да, мы должны, и пусть Бог благословит каждого из вас. И я молюсь за каждого из вас, чтобы сила Божья, она наполняла ваши сердца. И пусть это откровение, оно станет конкретно вашим откровением, как Церкви Божьей. Откровение, обетование. И мы, как Церковь Божья, мы переносим это откровение на эту землю, на наш народ, на Украину. Да, мы переносим, да, и утверждаем славу Божью, да. И Бог дает нам эту благодать, дает нам эту победу, Господь. И давайте мы сейчас поднимемся, и мы будем молиться. И пусть в этой молитве конкретно, я молюсь конкретно, чтобы каждый из вас, он укоренился конкретно в откровении Божьем, чтобы слава Божья, она была явлена в твоей жизни, как в народе Божьем. И пусть Его благодать, она пребудет на тебе. И давайте мы встанем и будем сейчас молиться и утверждать Его славу, утверждать Его волю и утверждать Его божественную благодать. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя! Мы благословляем Тебя, мы превозносим Тебя! И я молю Тебя, Господь Бог мой, за Церковь Твою! Я молю Тебя, Господь, за каждое сердце и каждую душу. Я молю Тебя, Господь, Бог мой, Господь, за Твой народ. Я молю Тебя, Господь, Бог мой, Ты прославься, возвелиться Ты в Твоей силе и в Твоей славе. И пусть Твоя божественная благодать, Твоя безмерная любовь, она пребывает с народом Твоим. И мы благодарим Тебя, мы славим Тебя и прославляем Тебя. И я прошу Тебя, Господь, Дух Святой, двигайся в этой молитве. Пусть Твоя слава, Твоя сила, Твое помазание, Твой огонь, Господь, Он наполняет каждое сердце. И я молю Тебя, Дух Святой, пусть Твое откровение, откровение о Христе, откровение о Духе Святом, откровение, Господь Бог мой, о дарах Божьих, оно, Господь Бог мой, пропитает, Господь Бог мой, каждое сердце и каждый дух. И пусть Твоя божественная слава, Твоя божественная сила, Твоя безмерная любовь, она наполняет каждое сердце. И мы благодарим Тебя, мы славим Тебя и прославляем Тебя. И поклоняйся сейчас Господу в этом поклонении, пребывай в нем. Пусть Дух Святой крестит Тебя в откровение Божье. Пусть Дух Святой крестит Тебя в Его Дух. Пусть слава Божья, она сейчас совершает работу в твоем сердце. Аллилуйя. Сердце. Пусть открывается.
откровение, Господь Бог мой, о Христе, о Его завершенной работе. Оно прибудет в жизни каждого. Пусть водительство Святого Духа, о мой Бог, будет движение Святого Духа, оно прибудет в Церкви Божьей. И пусть слава Божья, она является, Господь Бог мой, через дары, Бог мой, через каждого в церкви во имя Иисуса Христа. О мой Бог, и мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе в Духе и истине. Ты наша сила, Ты наша слава. Очисти нас, Иисус. И наполни нас собой. Твоей, дух твоего огня, и ты совершай эту работу во славе твоей, в силе твоей, и пусть твоя божественная благодать на благодать, она изливается не мерой, о Дух Святой, и я молю тебя, Дух Святой, за твою церковь, я молю тебя за твой народ, пусть это обетование, Господь Бог мой, 49 главе Исаия и 54 главе Исаия, Господь Бог мой, оно войдет в жизнь, Господь Бог мой, каждого человека в церкви Твоей. Я молю Тебя, Дух Святой, Ты, Господь Бог мой, касайся Твоего народа, и пусть Твоя благодать, Твоя сила, Твое помазание, оно течет прямо сейчас. И я молю Тебя, Дух Святой, за Твою церковь, Ты погружай нас, Господь Бог мой, Бог мой, в Твое Слово, в Твое помазание. Помазание, Господь Бог мой, на познание Христа. Помазание, Господь Бог мой. Бог мой, Господь, и водительство Святого Духа. И Ты веди каждого. Бог мой, Ты открывай дары и таланты внутри каждого из нас. Те дары и таланты, Господь Бог мой, которыми Ты одарил, Господь Бог мой, свою церковь. Бог мой, каждого человека, Господь Бог мой, открывай каждому, Господь Бог мой, тот дар, Бог мой, Господь, который Ты даровал, Бог мой. И дай, Господь Бог мой, церкви возрастать, Господь, в Твоих дарах. Возрастать в Твоих дарах. Приносить, Господь Бог мой, Господь Бог мой, плод Святого Духа. О мой Бог, и Ты совершай эту работу в силе и славе Твоей. И пусть Твоя божественная благодать,
Твоя сила, Твое помазание, оно течет, Господь, жизнь Твоего народа. Я молю Тебя, Господь, бывай, коснись прямо сейчас. О, Дух Святой, коснись прямо сейчас. Пусть Твоя сила и помазание, Бог мой, оно коснется каждой души, каждого сердца. Положи свою руку, Господь, Бог мой, на сердце каждого, на разум каждого, Господь, Бог мой, погружай. Погружай свое божественное присутствие, твое откровение, твой народ и твою церковь. И пусть твоя божественная благодать приходит с народом твоим. Во имя Иисуса Христа. О, Господь Бог мой, твоя слава, твоя сила. Твое помазание, твоя сила, твое помазание. Твой огонь, о, Дух Святой, о, Дух Святой, Дух Святой, о, Ты, Господь Бог, созидаешь наши сердца, и Ты созидай, созидай, Господь Бог мой, наши сердца Твое в свете Твоего Слова, и Ты, Господь Бог мой, возвращаешь нас к источникам вод, о, Господь, к престолу Твоей благодати. Бог мой, Господи, мы приступаем с дерзновением к престолу Твоей благодати. О, Бог мой, Господи, чтобы получить благодать и милость, Господи, для благовременной помощи. О, мой Бог, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя и прославляем Тебя. Мы величаем Тебя, превозносим Тебя. Ты наша сила, Ты наша слава. И погружай нас, Господь, в Себя больше и больше. О, мой Бог, и пусть Твои чудеса, Твои знамения, они сопровождают, Господь Бог мой, Твое Слово. О, мой Бог, и Ты, Господь Бог мой, двигайся, Господь Бог мой, через Твой народ, через Твою церковь, через Твоих уверовавших, Господь Бог мой, в чудесах и знамениях. О, Господь Бог мой, Ты наш возлюбленный, и Ты наша сила, Ты наша слава. Ты наше помазание. О, Господи, мы ждем только от Тебя. И мы уповаем на Тебя. Ты упование наше. Ты упование наше. Ты Христос. Упование нашей жизни. О, Бог мой, мы надеемся на Тебя. И мы не постыдимся. И Ты сказал это в Слове. Надеющиеся на Меня не постыдятся. И мы надеемся на Тебя. И пусть эта надежда прямо сойдет с неба, как шекина, Господь Бог мой, в жизнь каждого. Надежда на Бога. Это упование на Тебя. Бог мой, пусть всякие трудных ситуациях и обстоятельствах, Господь Бог мой, мы всегда будем смотреть на Тебя и уповать на Тебя. Уповать на Тебя. О, мой Бог и Бог мой, и Ты, Господь Бог мой, в сверхъестественной работе Святого Духа переводи взгляд, Господь, каждого. Не на ситуации, не на обстоятельства, но на Тебя. Надежда на Тебя. Вера в Тебя. О, мой Бог, Господь, это жажда по Тебе. Пусть прибудет на Твоем народе. Я благословляю Твою церковь. Я благословляю Твой народ. Я благословляю Твое тело. О, Бог мой, Господи, прославься, возвелиться Ты в Твоей силе и в Твоей славе. И пусть Твоя божественная благодать, благодать на благодать, она пребудет с народом Твоим. И мы любим Тебя, мы славим Тебя и прославляем Тебя, величаем Тебя, превозносим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Бог прикасается к чему-то сердцу. Прямо сейчас уходит этот груз сердца. Какая-то обида, да, какой-то гнев. Прямо Бог убирает эту обиду, этот гнев. И высвобождает эту милость и прощение. Во имя Иисуса Христа. Кто-то сейчас кому-то Бог говорит, просто оставь суету. Смотри на Меня. Успокойся во Мне, и Я все устрою во имя Иисуса Христа. О, Дух Святой, Ты, Господь, действуй, Господь Бог мой, двигайся, Господь Бог мой, в Твоем теле. Ты
двигайся, Господь Бог, в Твоей Церкви. Ты наполняй собой. И пусть Твоя божественная слава, Твоя божественная сила, Твое помазание, оно течет в жизнь Твоего народа во имя Иисуса Христа. О, мой Бог, сейчас Бог исцеляет душевные раны. Исцеление душевных ран. Исцеление во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Бог исцеляет чей-то локоть прямо сейчас. Полное исцеление. Исцеление колени, суставы. Прямо сейчас. Полное исцеление. Принимай это исцеление. Это прямо сейчас. Это чудо с неба во имя Иисуса Христа. Полное исцеление. Во имя Иисуса Христа. У кого-то болела стопа. Прямо сейчас. Полное исцеление во имя Иисуса. О, Дух Святой, Дух Святой. Головная боль сейчас уходит прямо сейчас. Полное исцеление. О, Дух Святой. Дух Святой, Дух Святой. О, Дух Святой. Прямо сейчас исцеление уха. Прямо сейчас полное исцеление. Во имя Иисуса. О, Рамасанта Кидара Рамашия. О, Дух Святой. Твоя слава, Твоя сила, Твое помазание, Твое помазание, Твое помазание, о, Твое помазание. О, я знаю, что есть человек, который молился и просил Бога помощи, чтобы утвердил его на путях его, чтобы в решении искать Господа, ходить в Господе. Прямо сейчас Бог дает силы на это решение. Во имя Иисуса Христа. Силы во имя Иисуса Христа. Это просто помазание, погружаться, Господь Бог, в личные отношения с Ним, в Его присутствие, откровение с небес, это понимание от Господа. Писание открывается, Господь Бог, в силе Святого Духа во имя Иисуса Христа. О, Рамасата Кедара Рамащия. О, Дух Святой, Ты касайся. Ты, Господь Бог, снаряжаешь свою церковь. Ты, Господь, снаряжаешь свое тело, Бог мой. И ты не проходишь мимо каждого, Бог мой. Ты наша слава, ты наша сила, ты наше упование. И ты, Господь, Бог мой, Господь, созидай, созидай, созидай каждое сердце и каждую душу. И пусть твоя божественная благодать, благодать на благодать, пребывает с народом твоим. И мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы любим Тебя и прославляем Тебя. И Ты прославился, возвелиться Ты в Твоей силе и в Твоей славе. О мой Бог, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Ты, Господь, совершай. Совершай Твою работу. Совершай Твою работу в Духе Твоем и в силе Твоей. О, мой Бог, и мы поклоняемся Тебе. Мы уповаем на Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя и прославляем Тебя. И Ты, Господь Бог мой, прославься, возвелиться Ты в Твоей Церкви. Я молю Тебя, Дух Святой, восполни всякую нужду по богатству славы Своей. И пусть сила Твоя не выходит из божественного присутствия. Положи руку на свое больное место. Положи там на те места, где у тебя есть какая-то болезнь, где-то что-то болит. Если у тебя болит душа или сердце, положи руку на свое сердце. И прямо сейчас я прошу Тебя, Дух Святой, пусть Твоя сила помазания прямо сейчас, Господь Бог, оно коснется каждого, Господь Бог, человека. Каждого, Господь Бог мой, болящего, во имя Иисуса Христа, коснись во имя Иисуса Христа. Я говорю, ранами Иисуса Христа ты исцелен. Полное исцеление прямо сейчас. Сила целительная во имя Иисуса. О, Бог мой, прямо с неба от Святого Духа во имя Иисуса касается тебя во имя Иисуса. И принимай свое исцеление. Принимай свое исцеление. Принимай свое чудо. Принимай эту благодать от Господа во имя Иисуса Христа. Господи, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, мы славим Тебя и прославляем Тебя, величаем Тебя, превозносим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Халилюя.